Привет, ребята! И сегодня у нас на распаковке Лего Ниндзяго! Это у нас Лего Ниндзяго летающая акула. В набор еще входит два ниндзя. Ллойд и Флинт. Такой Ниндзяго мы еще никогда не распаковывали. Ребята, я очень люблю Ниндзяго. Давайте скорее открывать. В набор входит детальки для самолета. Дальше. Еще детальки. Так, еще у нас там инструкция. И наклейки. Открываем первый этап. Высыпаем его. Деталей очень много. Ребят, давайте начнем собирать с наших ниндзя. Сначала с Ллойда. Ллойд готов. Следующий. Штаны, туловище соединяем. Дальше. У этого ниндзяга будут усы. Готов. Следующий. Собираем меч огня. Берем вот эту штуку. Вставляем ее вот сюда. Потом берем топор. Вставляем сюда. И вставляем дальше вот этот меч. Меч готов. И дальше собираем леталку Ллойда. Ребят, ну я не знаю, как она правильно называется. Напишите мне в комментариях, если вы знаете. Нам понадобятся вот такие вот детали. Вот что у нас получилось. Вот такой летающий аппарат получился. Смотрите, как на него садится Ллойд. Вот видите, какой он. Теперь собираем самолет. Ребята, а теперь на нос нашего корабля нужно наклеить наклейки. Это зубы акулы получаются. Опять наклеечки наклеиваем. Теперь нам нужно отдельно собрать деталь для нашего корабля. Клеим наклейку. Наклейки. Устанавливаем вот эту вот деталь наперед нашего корабля. Вот какой у нас уже он получается. Вставляем пистолеты. Устанавливаем трубу. Прикольный получается. Ребята, я делал держатели для мечей. Они будут двигаться вверх, вниз. Устанавливаем. Вот что получилось. Ребят, теперь то же самое все сделаем с другой стороны. Ребят, ставим стекло. Опа. Оно может опускаться и подниматься. Открываем второй этап. Мы сейчас будем делать для нашего самолета крылья, чтобы он летал. Странная конструкция такая. Ребят, смотрите, здесь даже есть маленькая рыбка. Крыло самолета готово. Будем крепить корабли. Смотрите, какой классный у нас получился самолет.
Ребят, сейчас будет стыковка хвоста с кораблем. Опа! Смотрите, какой корабль большой получается. И классный. Кабину открываем, кабину закрываем. Еще одна сейчас стыковочка произойдет. Собираем следующую деталь для самолета. Ребят, дальше нам нужно найти цели. О, а вот они. Сейчас установим сундук. А вот эту цепь цепляем вот так вот, чтобы наш сундук не выпал. Вот какая конструкция получилась. Теперь все то же самое будем делать с другой стороны. Соединяем второе крыло. Теперь соединяем сундук. Цепь соединяем. Опа. Чтобы сундуки никуда не улетели. Опа. Ребята, ну корабль крутой. Посадку. Ребят, смотрите, здесь сами могут открываться сундуки. Делаем плавник для нашей летающей акулы. Ребята, смотрите, здесь есть кость. Вставляем в косточку. Наш корабль почти готов. Ребята, динамит мы будем вложить в сундук. И закрываем теперь. Опа. А ну-ка проверим, как они работают. Крутой у нас получился самолет, летающая акула. А тут летит Флинт. Я вижу, что приземлился Ллойд. Сейчас ты у меня получишь. А, бомбы! Ребята, вот такой вот конструктор ниндзяга. А я вам, ребята, говорю, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!